Что может заставить человека выйти на улицу в метель и хладнокровно убивать? Я точно не знаю. Вы удивитесь, на что люди способны. Начинаете представлять? Возьмете пассажира? Я не люблю брать с собой попутчиков. Проблемы с доверием, да? Не особо. Не собираюсь я спать под одной крышей с тем, кого не знаю. Так кто ты? Народ, слушайте меня. Я везу женщину на виселицу. За ее голову дают 10 тысяч долларов, и это мои деньги. Интересненько. Да. Hold on! Ты думаешь, я заодно с ним или с ней? В том-то и проблема, я не знаю. Один из этих парней всех нас прикончит. Вот это я понимаю! Нам некуда торопиться. Совершенно. Будешь в аду. Передай, что Дейзи тебя прислала. Сейчас ты умрешь! Никто не говорил, что будет легко. Ну, никто и не говорил, что будет настолько сложно.